Опять метель. О резком ухудшении погоды в регионе синоптики предупреждали заранее и оправдались самые пессимистичные прогнозы. Первыми удар стихии приняли на себя районы области. Под снегом оказались озимые на юго-западе региона. Хлеб уже взошел, и неизвестно, как он выдержит испытания холодом. Например, в Кочках температура воздуха опустилась до минус 9 градусов. Зато возгораний благодаря осадкам и похолоданию стало меньше.